всем любителям красоты сада роз. Вот вам показываю водную розу. Ну, как бы на немецком это называется. Водная роза. Вот. Он, кстати, немножко пахнет. Там еще один цветок, но другой что-то там чахнет и вянет. Вот. В прошлом году она цвела одним цветком, в этом двумя. Вот такая красота. Жара стоит, они любят жару. Там муракушки лазят. Вот. Покажу вам цветущий камелот. Вроде соседей нет, но там... Вот смотрите, цветущий камелотик. Такой вам цветущий камелотик. Сегодня пятница. Красоту вам показываю. Вот. Новый сорт. Такие, смотрите, ароматные цветки. Очень ароматные. Ароматные и необычные красоты цветы. Это у нас кисмикейт. Очень долго стоит. Смотрите, какие роскошные цветы. Тут у нас камелотик. Мадемуазель Маян, который у меня не пахнет. Но зато у меня жуки ее не жрут. Единственная французская роза, которая у меня открывается. Но не пахнет. Смотрите, какая роскошь наверху. Голден Гейт цветет. Там такой вот. Стоит недолго, по-моему, 3 дня цветок. То снизу. Его надо стричь. Вот. Вот такой вот красивый скрывается бутон. Пахнет 3 из 5. Ну, по крайней мере, так ставит Тантаусом. А, подождите. Кордос. Так что это Golden Gate. Золотые ворота. Это роскошная роза. Она пурна, белейшая. Никаких пятен на ней. Никаких. Аромат роскошный. Вот кто ищет ароматную розу в свой сад, она пурна всегда. Пахнет всегда. При любой погоде. При дожде. При солнце. Вот еще одна. Муж говорит, вот это что за роза? Я говорю, какая твоя любимая роза? Он говорит, вот эта роза самая моя любимая. Вот реально. Рене Ван Верберг. От сербской фирмы Феногена. Смотрите. Ну, она серия съедобных роз. Она роскошно пахнет. Здоровая, цветет всегда вот так вот. Цветет до декабря. Кстати, в прошлом году у меня до 5 декабря цвела. Вот. Это у нас Лили Роз. Надеюсь, будут цвести. Наранга цветает. Роскошно цвела. Второй заход будет цвести. Вот самый поздний. Это графиня Диана будет цвести. Так. Это у нас тоже серия парфюма. Которая мне почему-то не парфюма, но она роскошно стоит в букетах, кстати. Сейчас вам скажу, как она называется. Розенграфен Мария Генериетта. Коллекция парфюма Кордос. Так, это не задача. Надеюсь, в следующем году она будет цвести лучше. Сюмтфуль. Парфюмированная серия от Нирп. Запах у нее хороший, но не пойму я, что. Видимо, от состава почвы и от погоды она то пахнет, то не пахнет, то пахнет, то не пахнет. Сейчас понюхаем. Сейчас жара, посмотрим, пахнет она или нет. У нее старые цветы не пахнут, новые пахнут. В общем, я там посвязала их, стоят они очень долго. Что стоят, они стоят очень долго, цветы. Но это новинка. Так,
Тут у нас дизенверта. Я ее почистила. Была серия, их есть, в принципе, серия Мерхенроза, это сказочная роза. Они ее оттуда убрали, вообще из коллекции Кордоса не выкинули ее. Не знаю, мне нравится. Вот у нее запах всегда, в любое время года. Но они, по-моему, стоят 3 из 5, но запах всегда. И высушить лепестки пахнут, потому что не у всех роз лепестки пахнут при сушке, у нее пахнут. Такой цветок меняет окраску. Вот такой вот вначале переходит в такой. И потом они сама осыпаются. Не знаю. Я эту розу люблю. Ну, советовать не знаю. Сами смотрите. Кстати, не помню, знак ДР есть. На эту зайдем с другой стороны. Это у нас Elaine Page. Так, это у нас Modern Art, который пахнет яблоками. Что-то он второй год у меня бунтует. Вот. По-моему, не хватает ему воды, хотя его и он бунтует на жару. Потому что вот здесь цветы красивые. Вот здесь на солнце они. Chip and Dale. Понюхаем, пахнет или нет. Чудо, такой слабенький аромат. Самая ранняя роза. По-моему, она с 19 мая у меня цветет. Вот. Меняет окраску. Вот она меняет окраску. Меняет окраску. Так, это у нас Констанция Моцарт. Ну, на второй год, поэтому не обессудьте, цветы вот такие вот странные выдают. Ну, они цвели красиво. Я, в принципе, фотографии делала. Цветок недолго держит. Так. Ну, вот наблюдаю все, наблюдаю над рогацией. Вот смотрите, вот она вот так должна распускать цветы. Она здесь будет жара, и она раскроется. Так, посмотрите, что это. Вот это вот дожди были. Вот смотрите, что... Что? Вот все, она не раскрылась. Вот она не раскрылась, рогаться. Зато какие красивые у нее цветы и запах. Смотрите. Вот, сгнил. Такой цветок. Поставила в букет. Здесь вот посрезала. Посмотрим, как в букете будет стоять. Исла. Это у нас они пишут сиреневая с пепельным цветом. Хайди Клум, она сама очищается. Первый год у меня классная роза. Исла пишет, что у нее нет запаха, но у нее периодически появляется один из пяти. Но зависит от погоды. Смотрите, вот надо ее сфотографировать хотя бы. Для памяти. Такое редко просто бывает, что она расцвела. Посмотрим от погоды, как она себя будет вести. Потому что я хочу ее отсюда убрать. Так, вот видите, у меня цветок. Заметка, как долго будет стоять этот цветок распускаться, он должен божественно раскрыться. И запах должен быть божественным. Я же его покупала в садовом центре, он же был божественный. Понимаете, дело-то в этом. Вот уже отцветает. Светлагуна. Смотрите. Вот она. Сейчас жару вот так себя ведет. Сейчас жара. Ну, как сказать, терпимая жара. Сейчас я скажу, сколько градусов в тени. Ну, в принципе, 30 градусов в тени. Вот так она себя ведет. Имейте в виду. Вот там вот осыпался цветок. Алый это. Это на алый. Осыпается. Это Майнтауа. Вот.
Надо записать, как он долго держится. Он долго держится. Вот Наутика в потьмах сидит. Ну, это так, что по столбы вот эти некрасивые закрывают. Очень долго держится цветок, кстати. И вот они по мере старения, они сереют. Вот вам голубая роза лавандовая. Прекрасный запах. Так, это у нас Браво Кэтфейл. Тоже в потьмах стоит. И вот так раскрывается. Сейчас понюхаем, запах есть в жару. Запах в жару есть. Люди говорят, спекается бутон, поэтому я посадил в потьму. В потьмы. Вот, видите, тут вообще сторона, сейчас я вам скажу, ну, в общем, это восточная сторона. Жду не дождусь, когда вы раскроетесь. Там муравей меня там жрет. Графиня Диана. Трипсы сидят. Он трипс залез. Так, ну вот пчелки прилетели. Сейчас понюхаем, пахнет или нет. Вы знаете, запах зависит от цветка. Вот этот вообще не пахнет. Вот этот пахнет. В общем, сейчас понюхаю вот этот вот. Вот этот вообще не пахнет. В общем, роза загадка. Ну, когда покупала, она пахла, да. Вот видите, вот она. Симтфуль. Сейчас покажу название. Так, вот, вот возьму. Кого интересует, это, кстати, 2019 года роза. Розамантик Крим. Серия. Симтфуль. Вот. Читайте сами. Ну, бет-роза. Цветок до 8 сантиметров, запах 3 из 3 они ставят. Ну, парфюмированная серия. Для срезки подходит. А, кстати, я ее срезала, покажу. До 80 лепестков. Запах с оттенком лимона. Цветет длительный период. Вот она. Ну, я надеюсь, что она приживается, поэтому критика такая слабенькая у меня. Но первые цветы какие-то были очень странные. Сейчас она более-менее в рост вошла. Мне надо удобрение покупать. Магнезием, чтобы, видимо, она хорошо открывалась. Там просто первые цветы были какие-то очень страшные. Сейчас более-менее красивые. Так, дизайн Верта. Элен Пейдж. Элен Пейдж. Смотрите, какая красота. Смотрите, какие у нее цветы красивые. И в букете красиво стоит. И долго стоит. И, в общем, красотка. И пахнет. Пахнет, кстати, хорошо пахнет. Кстати, ее очень мало. Надо мне ее отдельным роликом заснять. Просто красота неописуемая. Ну вот, смотрите, Мадонна с этой стороны. Вот она, что такое? Ну все. Вот. Яблоками пахнет. Даже эти лепестки можно собирать, и яблоками не пахнет. Вон она вообще в какой-то фиолетовый цвет ушла. Вот. Нет, в принципе, это еще вот. То ли воды не хватает, то ли что, не знаю. Так, роскошная роза. Эшли. Вот она цветает таким образом. В общем, бронебойная роза. Кстати, у нее запах есть. Хотя они пишут, что она без запаха. Но сейчас она начинает пахнуть. Видимо, в жару начинает пахнуть. Смотрите, какое раскрытие. Сфотографируем. Это же просто восторг. Как она красиво раскрывается. Смотрите. Ой-ой-ой. Смотрите, как она красиво раскрывается. Это же надо так красиво раскрыться. Вот вам Констанция Моцарт. Вот Рогатца Адалеков. Ну, смотрите, вот эти вот начали раскрываться. Видимо, им нужна жаркая погода. Вот такая вот жара им нужна. Не любят они дожди.
Новинка тоже агация. Это лимона. Такая роскошная роза. Лимона. Чандас Бьюти. Вот он. Чандас Бьюти. Роскошный. Срезала я еще, поставила в это вазы. Собираю лепестки, сушить буду. Так, с этой стороны, если зайти, сфотографировать. Мингус пришел. Да, вот он говорит. Так, это у нас роза. Фьюлиза. И надо срочно пересаживать отсюда. Эти лепестки, это плавится от жары. Ее паутинь надо сажать. На вон этой. Кого Хайди Клум? Нипочем. Надо на Хайди Клум. Ей нипочем. А вот ей почем. Так. Так у нас будет свисти пересаженная Чехов Эльб Флоренс. В этом году он поздно. Это Наоми. Наоми плавится. Пахнет превосходно. Ну, смотрите, плавится, как она плавится, как его старый стал. Вот новые цветы. Ну, вроде ничего, плюс 30-то переносят. Так, вот это вот, конечно, мне не очень нравится. Как срезать, наверное, надо посмотреть. Вот. Очень роскошный запах. Ну, вот. Барок в жару. Ну, это, в принципе, он уже начинает отцветать. Барок хорошо стоит в вазе. И пахнет роскошно. Мне такое чувство, что они с эльфом одинаковые. Как я имею в виду, как ведут себя в жару. Так, это у нас аскот. Такой аскотик. Видите, он начал показывать. Пчелки, кстати, пролетают. Любят его пчелки. Вот в жару как ведет себя аскот. Эти плавятся. Вот она, пчелочка. Вот она. Нравится, значит, запах есть. Сейчас понюхаем. Ну, там немножко появляется один из шести, но у нее запаха нет вообще, как бы иметь в виду. Он красиво так стоит. Получается, паутень тут у него. Так, это у нас куплено для впереди дома. У нас какие были? Было, по-моему, 5 евро скинули до 2. У меня муж любит красную канну. Вот. Ой, это мою кроссовицу. Аула Сома. Ой, запах божественный. Божественный запах. Смотрите, какая крупная. Сейчас он у нас на скидках стоит в Аусбурге. По-моему, что-то 8 евро, что-то 7. В таком духе. Вот смотрите. Вот так вот смотрится. Сад. Ой, Манька тут еще пришла. Посмотрите, вот так смотрится. Видите, атаковали пчелки. Golden Gate. Вот так вот. Смотрите, как красиво смотрится. Эшли. Чандас Бьюти. Вот хотите роскошную розу, берите Чандас Бьюти. Смотрите, Чандас Бьюти же роскошная роза. Сейчас вам увеличу ее. Еще раз. Вот издалека смотрите. И ты пришла. И ты пришла. Тебя снять тоже, что ли, надо? Вот у нас еще цветочек. Цветочек. Вот он наш цветочек. Полевой цветочек пришел. Манюнька пришла. В общем, вот такой вот ароматный сад. Я не все вам розы показала. У нас еще перед домом есть. Там мне надо сделать видео и склеить. Вот. Там Шерри Гёрл зацвела. Югенслиба.
И что там еще? Мой Нойн, Рамблер Филигонда, Красная Шапочка цветет. Я ее туда перетащила. В прошлом году у меня Красная Шапочка здесь была. Но и темно, и она у нее... Сейчас скажу. Цветы падали. Вот. Другой курусовец. Это новинка, кстати. Вот. Что я хотела сказать? Ну, вот, смотрите. Уже божественно смотрится. Разве нет? Божественно же смотрится. Так. Вот еще что хотела показать-то вам. Все забываем. Это я, кстати, притащила это. Боже, забыла. На R как называется. Ой, жасмина. Жасмина. Это, кстати, жасмина. Вот. Он, знаете, чем пахнет? Да, яблочный запах есть и какая-то свежесть. Вот такой у них, в принципе, очень простенький цветок. Мне, кстати, больше нравится моя светлагуна. Вот, кстати, прекрасно стоит. Заметьте, это я уже старую Эшли поставила, пусть она туда цветает. Это вон Дизайн Верта. Ну, старенькую срезала, поставила, вот она стоит. Это у нас барок. Но он старенький, я сразу вам говорю. Вот он стоит, пахнет. Я люблю так смотреть, как розы умирают. Вот у нас Simmed Fool. Сейчас понюхаю, пахнет ли он. Он пахнет и в вазе, потому что некоторые розы, они в вазе пропадают. В общем, для срезки подходит вот такой вот новинка Simmed Fool. Видите, я буду наблюдать, потому что на первый год. Когда я покупала, у нее не было цветов. У нее был бутон, но он не открылся, потому что мне не хватило солнца. Это вот у нас коллекция парфюма. Сейчас я понюхаю ее. Пока сюда переведу. Коллекция парфюма. Вот это вот Розенграфен Мария Генрета. Чуть-чуть пахнет. Вот. Эшли в букете, интересно, пахнет. Сейчас понюхаю. Она не пахнет, но, в общем, она уже и старый цветок. Просто мне интересно. Это у нас лимона так сидит, видите, засохла. Лимон, кстати, немножко пахнет. Вот. Сейчас быстренько еще, наверное, вам покажу другие цветы, как стоят. Вот, смотрите, это у нас Chalmers Beauty стоит. Вот такой вот он роскошный. Вот этот вот. И вот этот Chalmers Beauty. Видите, он меняет немножко краску. И такой вот лопушастый становится. Лепесток очень плотный, классный. Это я срезала Ислу. Ну, пусть стоит в вазе. Вот я смотрю, вот она, вот видите, Адалеков. Посрезала я его. Ну, мне кажется, не откроется. Ну, вот эти цветы... У них вообще цветы под срезку, и они вот более-менее, видите. Вот они вообще должны 9 дней в вазе стоять без проблем. Вот. Chalmers Beauty, конечно, роскошная роза. Смотрите. Роскошная роза ведь. Вот Адалеков рогатца от Нирк. Ну, так что подумайте. Я думаю, что это роза для террасы и для теплиц. Она не для погоды такой нестабильной нашей. Я уже хочу ее пересадить. Сейчас покажу вам, куда. Вот сюда хочу пересадить. Надо пересадить эти, кого? Огурцы. Вот сюда. Вот. Так что, видите, мои эксперименты с розами. В этом году что-то Исла что-то корячится. Плохо цветет. В прошлом году хорошо цвела. Ну вот, видите, хорошо стоит это. Розграфин Мария Генри. Это, смотрите, красиво стоит. Чем разбить это букет, это роскошен. Он тоже как бы роскошен. Я думаю, что он вообще в какие-то роскошные букеты вставляется, отрогаться. Адалеков. Вот. Ну так у меня она как бы не так
хорошо раскрывается. Ну вот, симтфу. Симтфу. Пахнет. Так что вот. Такие дела. Ну, что-то мне показалось, жасмина немножко какой-то она. Ну, людям нравится. Но она, мне кажется, какая-то она простенькая по сравнению со светлогонной. Смотрите. Как же сравнить? Ну вот. Поменьше она. Поменьше. Вот она поменьше. Ну, хотя, может быть, они... Ну, поменьше она. Вот. Там просто... Сейчас вам покажу, какие огромные цветы в этой. Или что это у нас? Ой. Ну, в общем, она мне показалась немножко простоватой. Ну, по сравнению со светлогоной. Но запах есть. Если я смогу, я сфотографирую. Видите, как она в садовом центре на скидках стоит. Вот. Ну, в общем, отщипнула, да потащила, думаю, посмотрю, что как. Ну, как бы она мне не нужна. Потому что у меня есть кисмикейт и камелот. Он не намного сильнее по запаху. Ну, запах приятный, я говорю, какой-то свежести яблок. Какого-то свежего белья, что ли, можно сказать, постиранного. Ой, смотрите, какая красота. Боже, какой вот этот роскошный цветок. Charms Beauty. Вот. Восторг просто. Восторг. Смотрите, как он красиво раскрывается даже, когда умирает. Ну. Не могу остановиться. Вот. Не могу остановиться. Смотрите, какая красавица у нас с цветами сидит. Он спустилась, она тут наслаждалась цветком и убежала. Вот, смотрите. Кландер. Это у него, мне кажется, посмотрим, конечно, как, но такие плети вроде гибкие. Из темно-розового выходит такой цвет. Долго очень цветок стоит. Пахнет. Но пахнет начинает именно в процессе раскрытия плотные цветы. Плотные. Да, надеюсь. Мне кажется, уже надо заканчивать. Вот. Вот такой вот мой ароматический сад.